наших телезрителей. И сейчас для вас поет финалистка конкурса «Детская новая волна» и представитель России на конкурсе «Детское Евровидение 2020» Софья Фиськова. Встречайте! До встречи в следующем году! Пока! Не похожи разные их пути, но ты пришел в этот мир не один. Люди ведь знать не могут, что ждет их впереди, но ты пришел в этот мир не один. И когда мы ищем ответы, поднимая взгляд в небеса, поднимая взгляд в небеса. Регион был.